В Екатеринбурге большая 3D-радость обрушилась на среднюю школу номер 67 с углубленным изучением отдельных предметов. Что на Стачек 20, это на Эльмаше. Депутат Екатеринбургской городской думы и руководитель медицинской фракции Алексей Вихарев подарил этому учебному заведению профессиональный 3D-принтер и лазерно-гравировальный станок. Именно такой подарок попросило руководство школы. Тот скажет: так Алексей Вихарев, он же создатель и лидер медицинской фракции в Думе. Он же вроде всегда помогал врачам, а тут вдруг школа. Оказалось, вовсе не вдруг. В 2020 году депутат Вихарев подарил 114-й школе лазерный станок с ЧПУ, а 66-й школе токарный, сверлильный и шлифовальный станки, а также два 3D-принтера. В прошлом году он подарил 99-й гимназии 3D-принтер и 20 робототехнических наборов. Так что народный избранник горазд помогать как медикам, так и педагогам. Мы продолжаем помогать школам Орджоникидзевского района. Сегодня мы в гостях в 67-й школе. Мы пришли не с пустыми руками, подарили сегодня лазерный станок и 3D-принтер. Все это нужно для того, чтобы ребята стали высококлассными профессионалами в IT-индустрии и выводили нашу страну, нашу экономику на новый высококачественный уровень. По глазам ребят, у которых сейчас горят, я думаю, легко понять, что им очень нравится. Здесь выстраиваются очереди в этом кабинете. Ну а в субботу, когда, собственно, у нас дополнительный кружок, дополнительное образование, ребята занимаются, работают. Ну и в скором времени школа преобразится, я думаю, в лучшую сторону. Благодаря этому, собственно, станку.